Пятники, всем привет! Вторая половина осени, уже холодно, ночью было плюс 4, сейчас теплеет, солнышко встало. Но я все равно одел уже зимний костюмчик, чтобы не мерзнуть, не заболеть, зачем нам это нужно. Мы на водоеме Каневской, 20-й сектор, приехали с Виталиком и приехали первый раз, представьте, первый раз, когда нет ветра. Штиль, красота, небольшие облака, блин, атмосфера крутая, конечно. Я ни разу не ловил здесь штиль. Посмотрим вообще, как будет рыба, будет ли она клевать. Но здесь большая плотность рыбы, поэтому я надеюсь, рыбалка будет классной на все 100. Друзья, если вы смотрите это видео, то обязательно подписывайтесь на канал. Ну а мы начинаем нашу рыбалку. Солнышко встало, пригревает, это хорошо, скоро можно и курточку будет снять. Друзья, что касается прикормки в холодное время года, что я использую? Я исключаю полностью кукурузу брожженную, вообще ни грамма ее не использую. Единственное, могу купить баночку бандюэли. Сладкой, хорошей, мягкой, ароматной кукурузки, это да, можно там баночку добавить, это на сутки не более. Бойлы, варенку также полностью убираю, варенку вообще не использую. Единственное исключение, это можно взять 200-300 грамм бойлов и покрушить их очень хорошо на круш, сделать такую мелкую фракцию прикормки. А можно заменить сыпучей прикормкой, что мы сегодня и сделаем. Килограмм сыпучей прикормки нам заменит вареные бойлы. Из зерна, не знаю, 200-300 грамм пшеницы, немножко конопли, этого тоже будет достаточно. А так, основной закорм, если ловлю карпа, то это пылящие бойлы, которые растворяются, пылят, дают сигнал, муть определенную, и не насыщают карпа, так как если карп ее съест, то она там в желудке тоже растворится, вот, и карп снова вернется на нашу точку. Сегодня я взял с собой из прикормки, это 2 килограмма пыликов АСВ кот, слива. По поводу рыбных запахов, тоже вопрос такой спорный. Мне почему-то больше нравятся фруктовые, и также активно на фрукты я ловлю. Бойлы в основное ведро мы добавлять не будем, я их покормлю коброй. А из той прикормки, которую будем замешивать, это сыпучая прикормка карпро со вкусом цитрус. Ее здесь килограмм, этого будет достаточно. Чем карповая прикормка отличается от карасевой? Тем, что в карповой прикормке, по сравнению с карасевой, есть крупные частицы зерна. Здесь прям видно кусочки кукурузы, пшеницы и другого разного зерна. Запах классный, рыбу она не накормит, а вот привлечет ее здорово. В эту прикормку совсем чуть-чуть добавим пшеницы и конопли. Буквально вот пару совочков лишним нам не будет. Грамм 300, наверное. Сюда также мы добавим порошки. Это протеин и бетаин. Уже много раз видели то, что я их использую. По поводу их работы есть плюсы. Поэтому добавляем. Здесь у меня было по пол баночки, у нас там 1,5 килограмма прикормки, достаточно. Ну и все это ликвидом зальем. Ликвид АСВ кот сливой. Для того, чтобы прикормку размешать
и доставить ее на дно. Ну и порошки тоже, чтобы растворились прикормкой. Все, в принципе, осталось только перемешать, и у нас такая вот легкая воздушная прикормка. Мы ее забросим с помощью ракеты, а бойлы будем кидать коброй. А второй поводок, друзья, смотрите, небольшой лайфхак. Берем вахтерс, второй у меня будет свит-сквит. Вахтерс, срезаем здесь шляпку такую небольшую. И берем поп-ап, одноименный, тоже свит-сквит. Здесь тоже срезаем шляпку. Прикладываем к вахтерсу и одеваем на волос. Нам поп-ап нужен для того, чтобы крючок ставило на жало. И он был еще более легким и плавучим. И тогда рыбка тоже клюет. Ну что, забрасываем. Мы пока не клипсовались, я промаркерился. Но здесь история такая же, там 40-50 метров твердое дно. Есть хорошие стуки, и следующее там уже под сотку. Поэтому мы пока будем ловить с ближней дистанции поисковым методом. Просто забросим примерно. А потом уже все это дело отмаркерим. Ребята, у нас первая рыба. Ставили разные насадки, экспериментировали, перезакидывали. Время уже 12. И наблюдали, как рыба прыгает немножко левее от нашего сектора и дистанция где-то 150 метров. И этой палкой я ушел без клипсы на ПВА-стике. Метров 120, наверное, кинул вот сейчас. И через 5 минут сразу получил поклевку. Вывод такой, что рыба стоит пока далеко. Пока на нашу кормовую точку не подходит. Поэтому сейчас будем ловить подальше. Кинем немножко корма туда. И меняем дистанцию. Пока на ближняк я кормил 50 метров. Там переход с твердого дна на ил. Но оттуда поклевок нет. А вот с дальничка клюнула рыба. Это уже в камышах исход. Блин, первая рыба сорвалась, ребята. Обидный сход. Пока я камеру переставлял, рыба завела в камыши. Хитрюга, однако. Ну ничего, перезабросили. Две удочки ушел на дальняк. 120 метров плюс-минус. Не клипсовал удочку, так кидал.
Друзья, представляете, я только ее перезабросил, эту же удочку, на то же место. Ну, 2 минуты прошло, и рыба клюнула. А мы сидим, да, и так ждем рыбу на ближняке, а она там. Она вся там. Первую рыбу поймали, такой вот сазанчик. Боевой, 4 килограмма, холодный уже. Первую поклевку мы упустили, в камыши завел, этому уже не дали в камыши зайти. Как я уже говорил, мы нашли точку на 40-50 метров, там твердое дно, кормили эту точку, ну до сих пор еще кормим, но потом заметили выходы рыбы далеко, 100 метров. И вот я закинул палку, через 5 минут первая клюнула, сход был, потом перезакинул буквально 2 минуты и сразу на ту же удочку клюнул. Вот такой вот сазанчик. Поэтому переходим на дальние дистанции. Сейчас я гейзером закормим дальняк, немножко бойликов. Может, подтянем рыбку посерьезней. Ну, а пока фотографируемся с таким красавчиком. Холодный осенний карп. Ребят, не поверите, не успел еще того отпустить. Это вообще так запаровозило. Дичайший паровоз. Может, даже и покрупнее рыба. Паровоз бешеный был, он разогнался и прям туда, вперед. Ну, видимо, сейчас рыба сдалечка. Ну, не совсем, но это крупнее, чем мы предыдущего поймали, по ощущениям. Это такой прям давит вниз, как... Как кит какой-то. Во, рыба не клевала, опустили подсак, воду намочили и пошла жара. Ну, ребят, это уже поинтересней. Это уже больше 5. Сейчас взвесим, посмотрим, сколько он будет. Хорошая рыба. Не пойму, сазан или карп. Похож на сазана. Вот здесь рыба красивая, чистая, без каких-либо ранок. Вообще красота, и сопротивляется классно. Ну что, вторая рыбка покрупнее, тоже сдалечка. Виталины молчат. Виталины не добросили, я кинул 90 метров и не клюет. А вот за 110-120 рыбка поклевывает. Я успел только одну свою удочку забросить, вот эту вот левую. Эту только подготовил, поставил стик. Кстати, изменил рецепт. Сейчас вам покажу, что добавил. Здесь оснастка вертолет стоит. Сегодня мы вместе с вами свяжем ее. Я расскажу, как я ее вяжу. Не успел вторую перезакинуть. У Виталия рыба клюнула. Тоже с дальней точки перезабросили 90-100 метров. Где-то 10 минут и рыба клюнула. Про размер тяжело говорить, потому что рыба вся сильная. Но главное, что она клюнула и она есть. Ну, больше 5, по-моему. О, да, хорошая рыба, как у меня второй. Сазан хороший. Твой бигфиш, походу. Не маленькая рыба. Хороший, хороший. А ты тузик, тузик. Взяли. Ну что, друзья, всем привет. Вот, поймал свой бигфиш. Это самая моя большая крупная рыба, сазанчик. Честно, очень тяжелый был.
Ну, в воде непонятно какая, а когда уже ближе сюда, на самом-то деле очень тяжелый. В общем, будем ловить дальше. Все, рыбку домой. Красавец. Бигфиш. Только перезабросил, и очередная поклевка. Если честно, не успеваю сесть даже на стул. Ну, здесь не сильно крупная рыба. По ощущениям, здесь ну, тузик. У нас уже меньше 10 килограмм все тузики. Виталий что-то тоже пикнуло. А эта поклевка была хитрая. Немножко поднял, опустил, и тишина. А потом такой, чуть-чуть, еле-еле поднял, даже сигнализатор не сработал. Я подсек, потому что понимаю, что там рыба сидит. И он там был уже. Так, здесь тоже. Но здесь не низ губы, немножко, видите, в бок. Но почти на сливу. Такой тоже. Вот здесь рыба красивая, вся чистая, без болячек. Ну, такой вот дружбан. Будем отпускать. Ребят, вы тоже ловите рыбу. Целуйте и отпускайте. Если честно, не успеваю даже стиков навязать запасных. Рыба клюет. Только на дальняк кидаешь поклевкой. Вот очередная рыба тоже в камыш идет. Ну, по ощущениям, не сильно весомая рыба, но и как бы не тузик такой, среднячок. Ключик подобран, это радует, рыбка ловится. 22, по-моему, сегодня число, 22 октября. Утром холодно было, сейчас потеплело, конечно, потеплело. Может быть, и это повлияло, то, что рыба стала активной. Потому что ночью 4 градуса было, очень холодно, я даже зимний костюм одевал. Сейчас уже подразделся. Камыш, рыба идет в камыш. Блин, походу это тоже в камыш сейчас заведет. Да все, сорвалось. Зафорсировал, в камыши пошла и все. Ну, это тоже хорошенькая рыбка была. Угу. Надо менять, короче, желтый вафтерс на красный, потому что клюет почти все поклевки на красный. Что у Виталия, что у меня, желтый что-то не в приоритете сегодня. Не знаю, друзья, совпадение или нет, может погода тоже влияет. Изменил рецепт стика, ну, использую стик-микс. Здесь пелец разнокалиберный и разноцветный, до 4, наверное, миллиметров так на глаз. Вот, в этот перец добавляю протеин, бетаин по чуть-чуть. Немного там вообще там, по 2 столовых ложки. И бетаин также. И все это заливаю дипом слива ASV Code. Дипы очень натурально пахнут. Хочется выпить его самому. Размешиваю и вот такие вот стик-миксы использую в качестве стиков. И рыбка клюет. Причем клюет очень быстро, насадку быстро находит. Вот. Ну, утверждать, конечно, не могу, то, что это именно за стиков, из-за того, что я рецепт изменил. Но факт остается фактом. Так, ребята, у нас дуплет, рыба полчаса не клевала, мы пообедали и сразу поехала две палки перед тем, как мы хотели их перезабросить. У рыбки тоже какой-то был перерыв. У меня, по-моему, тяжеленько, не могу пока точно сказать. У нас дуплет случился, рыба не клевала какое-то время. Пауза была, мы успели перекусить и только хотели перезабросить, только подошли к удочкам, чтобы взять их в руки, и случился дуплет.
Ну, я такого красавца сазанчика длинного уже ловил сегодня. Вот Виталя поймал зеркального такого, ну, где-то пятерочка. Чистый, классный, да. Такого мы еще не ловили. Так что перезабрасываем. Время 2:30. Еще до вечера можем поймать побольше рыбу. Сработал желтый вафтерс. Мы, наверное, его пока и оставим. Я вообще хотел поменять на красный. Потому что почему-то сегодня рыба клевала почти вся на красный. На сливу и на клубнику. Но сейчас клюнул на желтый, поэтому оставим его. Поводки классно рыбу секут. Все рыбы пойманы за низ губы. Там одна была поймана чуть-чуть за бок губы, но засечка хорошая, мертвая. Был один сход, два схода было, но первый сход был из-за того, что рыба завела в камыши, а второй сход был, потому что форсировал. Тоже рыба сильно перла в камыш, рыба не сильно крупная была, губы у них нежные, но она тоже перла в камыш, я зафорсировал, и рыба соскочила. А так, в принципе, сходов нет. Хорошо секут, рыбу держат. И поэтому мы их оставляем и перезабрасываем со стиком. Стики вот такие не сильно крупные. Мягкие, так как есть пелица. Но зато увлажненные в дипе с порошком. В таком положении забрасываем. Да, еще пора возить. Так куда он денется от нас? Сейчас на желтый вафтер стало клевать. Да? Угу. Красный молчит пока. Ну, головой так сильно не трясет, как тузик. Вроде как тяжеленький. Да, может и десяточка. Я был бы только рад. Ну, всплески хорошие рыбы, да? Да. Угу. Да, это хорошая рыба. Тоже с дальничка. 100 плюс, около 110 метров. Вот с этой стороны можешь сюда подходить, да. Должна быть хорошая рыба. А там они ж обманчивы. Болон сейчас первый увидим, сразу поймем. Ну, но бурун не сильно большой. Ну, он не сильно этот поднялся. Не, маленький. Не, да. Тузик. Угу. Зеркальный? Да, понял. Зеркальный и сильный. Не, обычный чешуйчатый. Не, пятерки нету. Нету? Ну, давай, бери. Он есть. Давай дальше. Бери. А, ну около 5, ребят. Да. Такой. Боец достойный. Угу. Распушился. Борзый, да? Ну, такой около 5 тоже. Ну, давил хорошо, сопротивлялся хорошо, думал, крупнее будет. Они здесь бойцы достойные, бой дают, как последний раз. Да, Бутуз? Друзья, время уже ближе к вечеру. Дальняк почему-то не клевал, перестал. И я вернулся на закормленную точку. И смотрите, как работает фрикцион.
Там какая-то крупная рыба, по идее, должна клюнуть. С ближняка прям в корм я кинул. И рыба клюнула. Подтянулась на корм. Лучше поздно, чем никогда. Может, конечно, там шустрый тузик, но это я зацепил. Но рыбка сопротивляется. Похоже на амура вообще по ощущениям. Так что вываживаю. Блин, Виталий, такого сопротивления еще не было на сегодняшней рыбалке. Да, но это я цепляю, это не поклевка у тебя. Я просто не могу удержать его. Рыбу не видно, еще солнце сидит. Ну там не крупная рыба, я не пойму. Она как будто за хвост, знаешь, зацеплена. Такое сопротивление. Бруны небольшие. Очень странное поведение. А, нет, там неплохое. Неплохое, да? Я просто не увидел. Там неплохое. Нет. Ты че? Не, не вижу до сих там пор. А, ну такое, да. Не маленький. Не маленький вообще. Не маленький. Хороший карп. Вообще. А ну-ка. Вообще. Ну, не десятка. Да нет, блин. Ой. Ну такой. Семерочка, наверное. Перестал работать дальняк. Кинул на ближняк. На прям в кормовую точку в середину, прям с корма. И не знаю, минут 10-15 клюнула рыба. И сразу кабанчик. Тоже хорошо запаровозил. Здесь, кстати, вот такие вот кабанчики, они сразу хорошо паровозят. Вот такой вот хороший карп. Не знаю, сколько весит. Весы мы забыли дома. Ну, больше 5, 6, 7 килограмм. Кто сколько скажет. Так красавец, чистенький. Так что будем пробовать ловить дальше с ближняка. Рыбка, походу, подтянулась. Домой. Ближняк опять сработал. Опять, друзья, сработал ближняк. Ветер совершенно стих. Почти нет. Ну и клев под вечер подупал. Дальняк вообще молчит. Видимо, сейчас рыбка клюет, которая собралась на нашей прикормке. Сорвался. Ну, бывает, друзья, сход. Но здесь по моей ошибке я зафорсировал. Рыба начала сильно сопротивляться, давить вниз. Ну и крючок уже такой туповат, потому что я его не менял ни разу. Рыб 5-7 на нем поймал и не поменял ни разу. Пришло время. Сейчас давайте вместе с вами свяжем самый лучший, по моему мнению, монтаж, на который я ловлю весь сезон. Да ты меня зацепил. Не-не-не, ты подо мной. Он меня убил. У меня карась, походу. Под моей, Виталь. Смотри, смотри, кто в камыши уйдет. У меня карасик. Ого! Друзья, у меня карась клюнул. Желтый такой, вообще прикольный. Килограммовый. А у Виталия карп, он еще борется. Вот такой карась. Желтый. Фу-фу, прикольный. Ну, около килограмма, широкий такой. Ладно, быстро отпускаем, потому что Виталя борется там с карпом. Ага, Лянь, вообще тузик килограммовый. Да все, не подматывай, я уже сильно подмотал. Вот смотри, вот не надо, не подматывай. Вот до такой степени уже не надо подматывать. Все, поднимай удилищем, да, работай удилищем. Тогда он не сойдет, у тебя угол большой.
выскакивает. Да надо его просто почаще это захлопывать. Ну, Виталий, друзья, такой, самый маленький на сегодня. Мы его сейчас быстро отпустим. Ну, для того, чтобы связать монтаж вертолет, этот монтаж я считаю лучшим, который я использовал. Да и, в принципе, буду использовать, менять его не собираюсь. Нам нужен литкор. Литкор я использую Korda Cable 50 LB. Считаю это самым лучшим литкором из всех, которые я пробовал. Ну, соответственно, грузик обычный на вертлюге. Вот такой вот бусинка, стопорок для поводка. Вот такой отбойник. И вертлюг с большим колечком для, ну, быстросъем, точнее, с большим колечком для самого поводка. Итак, берем наш литкор, делаем с двух сторон петельку. Я, кстати, использую такую вот иголку Гуру. Она очень тоненькая, и ей хорошо вязать литкор, так как это одна из самых тонких игл. Так, делаем с одной стороны петельку. Можно использовать готовый литкор, кто как и чем пользуется. Так, с одной стороны петелька и с другой стороны. Там подворачиваем, оплетку вот эту вот убираем. Лишнее по бокам обрезаем. Можно подтягивать, чтобы оно не торчало. Я не парюсь. Обрезаю, да и все. Потом, наконец, на один конец литкора одеваем наш быстросъем. У нас получается быстросъем в петельке литкора. Ну, на него же также одеваем грузик, как бы петля в петлю. Вот так вот, таким образом. И сюда же одеваем вот этот вот наш большой отбойник. И его мы закрываем, наш быстросъем, с первым колечком. Вот у нас получается вот такая вот красота. Ничего лишнего здесь нет. Грузик крутится с двух сторон, все прокручивается, ничего друг другу не мешает, не стопорится, не закручивается. И на сам литкор одеваем наш быстросъем для поводка. И сверху бусинку. Я бусинку использую одну, видел монтажи, кто-то две использует с двух сторон быстросъема. Я всегда бусинкой пользовался и пользуюсь одной. Вот, при забросе, вот видите, так вот получается, одна бусинка и быстросъем ходит по литкору. Я когда забрасываю, делаю где-то 20-15 сантиметров бусинку и сюда, соответственно, на этот быстросъем одеваю сам поводок. Получается, что поводок, он свободно гуляет по литкору, вы регулируете вот этой бусинкой расстояние. И чем больше это расстояние, тем сильнее будет погружаться
грузик выил, а поводок сверху будет оставаться, и у вас будет классная презентация насадки. Друзья, я вам показал так быстро, как собирается этот монтаж, что для этого нужно. Более подробно сниму отдельный ролик, где будет более понятно, более все видно, вот, и выставлю на канал. Ну а сейчас солнце уже садится, темнеет быстро и очень рано, время 5 часов, а уже достаточно так темно. Очень мало времени осталось, чтобы собраться. По рыбалке какой вывод можно сделать? В принципе, вообще отлично провели время, день был крутой, погода нас сегодня порадовала, было тепло, ветра особо не было. Ну и самое главное, эта рыба очень хорошо клевала, хотя мы не сразу разобрались с ней. До 12 сидели без поклевок, пока не ушли на дальняк. А под вечер, наоборот, рыба клевать перестала, ушли, вернулись обратно на ближняк и поймали пару-тройку рыб. Ну а сейчас уже полчаса рыба совершенно не клюет. Поэтому, друзья, все, кто не подписан на канал, подписывайтесь. Мы собираемся домой потихоньку и увидимся на новых рыбалках. Давайте, всем пока!